Привет, тут срочное включение. Пластинка Art A Multi 01. Я с ней мучилась. Вот такой штампик от Google Stamp. Но немножко подушечка замутилась. Я потому что про ней не имела, имела неосторожность пройтись по ней. А что я с ней делала, кстати? А, лаком. Жидкостью для удаления лака. Я по ней прошлась, и вот что с ней случилось. Ну, кто-то снимал видео, что нельзя так делать, а я сделала. Ну, вот в итоге она мутная так. Вот немножко. Вот, о, птица кричит. Она такая классная, но я мучилась с ней. Вот сейчас покажу результат трудов. Ну вот, собака, русалочка, жираф и единорог. Да, вот, пожалуй, бульдог получился, русалочка получилась. А вот здесь я использовала... Сверху вот от X-Nail лак для стемпинга неоновый. И чем немножко запорола картинку. Ну, казалось бы, да? Это запорола. Но сейчас кое-что покажу. Так что, когда на дискотеку идете, можно им пользоваться лаком этим. Он неоновый в прямом смысле этого слова. Смотрите. Русалочка светится, вот единорог, да. Там что-то у меня было, я не помню. В общем, такая пластинка, к ней надо приноровиться. То есть я делала так штампиком. Скребком сверху вниз. Отпечатывала рисунок вот так. Снизу вверх, вот так вот перекатывающим движением. Раз. Ну, в общем, тренировалась я. У меня кое-что получилось, но это нужно больше времени просто. Советую ли я эту пластину? Ну, 50 на 50. Кто хочет заморочиться, можете купить. Тем более рисуночки здесь, смотрите, какие прикольные. Кто не хочет заморачиваться, не покупайте. Кстати, вот тоже классный лак от Свонки. Свонки стемпинг. Свенки, Свонки. Мэтт 08. Прикольно, здесь 10 миллилитров, его надолго хватает. И вот этот неоновый, кстати, ну нормальный. Чуть-чуть прозрачноват. С такими пластинами более плотные лаки для стемпинга стоит использовать. А сейчас я покажу вам скребки. И насчет скребка, вот от Pretty... Born Pretty и карточка. В общем, я пользуюсь ими двумя. Иногда карточка здорово помогает. Вот эта плотная. Здесь их с фикс прайса. Я тоже иногда пользуюсь. Ну, это информация так для размышления. Кстати, штампик классный. Возможно, я подушечку новую выпишу, потому что как-то... Кто-то здесь что-то видит. Ну да, так, слабенько. Я вынуждена заказать новую. Видите, вот. Так, даже видео у нас на 5 минут затянулось. Да, я сидела вечером, делать было нечего. В общем, такая пластинка. Решайте сами, покупать ее или нет.
А я с вами прощаюсь. Оставайтесь такими же красивыми и счастливыми. До новых встреч и пока-пока.